Ежедневные стримы в 16:30, кроме понедельника и вторника, блог и место координации действий, платная подписка для раннего доступа к прохождениям на канале. Здорово, парни. Привет. Чё-то вас, блядь, долго ждать пришлось. Привет, улитка. Ну, я мылся долго, я виноват, что ли? Собаку помыть. Чистенький теперь, да? Собаку. Фу, чё-то тебя так долго не было, я так расслабился. Да? Ну все, запускаем игру. Итак, друзья, сегодня у нас невероятный кооператив с Максимом Свиридовым, а.к.а. Маскарпон, а.к.а. Ой-ой-ой, не надо, ну не сейчас же! И великолепный Тиджамба, а.к.а. Дикейн. Я забыл, как Дикейна зовут опять, блядь. Дикейн. Зовут? Да. Его зовут Дикейн. Ну... Поздоровайтесь, ну, парни. И еще. Привет. И еще. Ты забыл четвертого участника. Илья Мэдисон. Да, но, Илья Мэдисон. Он не смог прийти сегодня, потому что у него дела с Хованским. Блять, Илья постоянно подставляет деньги, нас. Деньги. Заебался, честно, Илюха. Так, мультиплеер. Создать. На 3 игрока, правильно? Потому что 4 было бы слишком много, и у нас был бы хаос в чате. В голосовом. Ну, наверное. А кто четвертый? Ну, Илья Мэдисон, который не пришел. Мы уже блядь, обсуждали, ты забыл, ну... что ли? Да, как Никита, не приходит никогда на встречи. Какой Никита? Лонгрен. Какой нахуй Никита? В смысле? Он не Никита. Он не Никита, стоп, а как его тогда? Витёк. Витёк? Всё, всё, тихо, катсцена, катсцена, смотрим. Никита, Лайф Грейпфрут, блядь, а не Лонгрен. Чё ты перепутал, вообще придурок? Тихо, катсцены смотрим. Кто из них Илья Мэдисон? Который лысый. Это миньон из Лиги Легенд. Согласны? Отсылка? Это я синий. А вас не будет в катсцене, ну вы... Ну вы бэкграунд персонажи просто. Молчать. Ебать, пикселяр красивый. А у нас у всех одинаковый текст или нет? У вас тоже эспер слева сверху. Ух. У вас тоже кто-то слева сверху сидит, непонятно кто это, блядь. Рыцарь Эмбера, катастрофа. Должен собрать Эмбер, чтобы стабилизировать древо Эмбера. За Императора! Единственный путь лежит через разлом. Праксис, я знал, что однажды. Так что, у нас у всех общие диалоги? Да. Наверное. Ты их пролистываешь мне. Опа, а, окей, а так, тогда я мы зеленый? Будем. Тогда мы будем. У меня геймпад сел. Тогда мы будем по ролям озвучивать, окей? Нет. Чего это нет, блять? Я буду деда озвучивать, а ты потом подумаем. Я не буду деда озвучивать. Я буду деда озвучивать, блять, заебал. Ну и озвучивай, я не буду деда. Ну, ладно, не надо, озвучивать. Хорошо. Ну все, я не буду давить больше на тебя. Ну и не надо. Да пошла ты. Угу. Импрессив. Почему я не зарядил батарейки перед кооперативом, никто не скажет? Опа, а я не хочу быть таким. Чай добавить ты не забыл? А голову ты дома не забыл? Ну. А, в школу скоро отсылочки. О, реально, скоро в школу школьники. Кто мне донатить-то будет, а? Кто мне донатить-то будет? Нахрена вам в школу? Может, не надо в школу? Так. Максим Свиридов. Очень красивый пиксель-арт у игры, согласны? Если нажать AX, то будет атака с дэшем. Это что, Хейдес? AX? AX, да, попробую. Я на клаве. Ой, ну бы. Ой. Ну, сори, не миллионеры. Как все стримеры. Жена миллионера. Карточкой. Направо, налево. Что это такое? Зов смерти. Окей, это какие-то... Аджастмент. Это какие-то бафы. Мы не можем пока, наверное. Чуть погромче можно сделать, наверное, звук, да? Чат. Да, сейчас увеличу. Показать детали. Эмбер Блейд. Каждая третья атака 20% крит. 25. У нас что-то есть уже, да?
Да, пролом. О, смотрите, клинок Эмбера, можно подойти почитать про него. Да, XXX да. Осуществляет серию из трех атак подряд. Тентантион. Атака выпадом. И все, да? Как в файтинге комбо. Вау. А мы в разлом хотим? То есть с каждым ударом все меньше урона будет? Надо по одному подходить и убить? Мне нравится твой надмозг. Земля. Катана, катана, налево, направо, со мной самураи, ранены мои. Катана, катана. Я нет, это и следующий ты. Катана, катана, налево, направо. Ладно, я не помню текст, сори. Опа. Так, красивая игра, очень красивая, мне нравится пока что. Ё-моё. Люблю красивые игры. Опять? Мы что, за зомби играем? Вы бы видели сиськи Максима Свиридова? Ой, блядь. Не надо, ты зачем ты это всем показываешь? Показывай всем моим сиськам. Я еще маленький. А как стан работает? Комната пройдена. Стан. Легкотня. Бля, какая легкотня. Красивая игра, какая когда красивая. Когда уже сложная часть начнется? Когда ты на грудь будешь делать упражнения в зале. Ах ты гадина. Тему свое время, понимаешь? Шутит гадина. Дикен, что ты скажешь, наверное? Ты без меня ушел. Давай, Дикен, время раскрыться тебе. Опа, посмотрим в чат, и что там? Максим Свиридов с сиськами флексит. Максим, ты подрубил стрим? Нет. Нет? Да, я все. Перегорел, да? Выгорел. Максим, ебать, тихо, что это? Что это такое? Взрывная бомба. Кок энд дэш? Уничтожить ваших врагов разрушительным взрывом. Это активка, да? Ебать, ты спиздил! Я даже не дал вам подумать. Какая-то штука для боссов. Дикейн, говоришь, что штука для боссов. Я что, тебе Дикейн урон нанес? Да. А я, интересно, вам наношу. Не-не, подожди, не верхняя. Бросься вперед с невероятной скоростью оглушая врагов. Вот это я возьму, а ты возьмешь боссов пиздить. Ты будешь наш МВП. Давайте сюда, давайте сюда. Нам нужно экстра эмбер собирать. Тихо, а что за доп золото? А-а-а, я понял, сейчас подождите. Это же рогалик, как в Айзеке. Проходишь этаж, тебе дают предмет. Активки откатываются от ударов, это круто, круто. Отпустите Y для активации идеального навыка в подходящий момент. Стоп, его заряжать можно? Не знаю. Да. А как понять, когда идеальный удар? А у меня... Опа! Взрыв! Я пока не понимаю, как идеальный удар. Пох, на Эмбер идем, да? Почему моб не умирает? Ну да. Тише! Все, погнали за Эмбером. Эмбер. Эмбер! Эмбер — это имя, кстати, английское такое. Угу. Эмбер Спирит. Эмбер Хёрт. Бомба! Ё-моё, аккуратнее, аккуратнее, они плюются. Угу. Максим Свиридов, у тебя 19 хп, ты еблан? Мы только, только начали играть. Да не обязательно иметь полное хп. А, ну, я согласен. Ну, я хускар. Да. Ну, я сори. Хускар. Да? Отсылочка. Угу. Я не понял, можешь объяснить? Да, там и объяснять-то нечего. Опа, 29 хп. Растем. 21. Тише, тише. Ты чаще перекатывайся, хорошо? Так, электрокоги. При нанесении критического удара вы призываете заряд молнии, который наносит урон врагам. Каждый раз, когда вы восстанавливаете навык, противникам поблизости наносит урон. Когда вы используете навык, противник получает урон. Я пижу молнии, понятно? Я навык. Окей, а это о, что? Кто эту бомбу кинул? Это у Макса. Так, что опа, за... Смотрите, это то, что водопад. Мне надо. Не, пошлите сюда. Тут водопад секретный. Тут какой-то... А ну взорви. А я не могу, где манекен? Ну, а почему я не могу вас бить, чтобы ой, зарядить ты скилл? Ты балда. Камень энергии. А там что? Какой камень энергии? Байдер. Камень власти, силы. Надо 100% брать власть. Да, да. Более к власти. Опа! У меня 13 хп. Друзья, донатим, если вам нравится кооператив, чтобы было кооперативная квартира. Урон плюс 3, донатим. Друзья, донатим. Донатим на урон. На урон донатим. Донатим на урон. Подписываемся на бусти, если вы хотите больше бусти. Больше урона. Угу, донатим. Нужно еще 4. Кого 4? Еще 4 бусти подписки, я смогу использовать навык. Донатим, друзья. Опа, видал? Я ни разу урон не получил, а вы чуть не сдохли. Кого я, блядь, набрал в кооператив? Ой, дед. Парни, learn to play. Выбор реликвии, следующая комната. Опа, взрывчик. Да, я из-за Стаса получил урон, блин, потому что посмотрел в чат и заулыбался, и мне стало смешно с этого.
Босс, босс будет. Тихо. Это что такое? Выбор реликвии. А у вас отдельные? Стоп, почему? Кто выбирает? Тяжой. А почему он? Что значит перфикс? При критическом ударе ваш навык перезаряжается. Хуйня. А, нет, эпическая, берем. Вау, тут инвентарь есть. Теперь Дикейн берет, смотрим внимательно. Покупка, так, кстати, дисконтная, ничего так. Так, ну, наверное, если он выберет это, он... Скидку бери, скидку, она эпическая. Хорош, хорош. Что ты взял, что ты взял? Тут магазина нет в игре, это фейк. Если у вас 150 золота или больше, вы получаете дополнительную скорость и критический удар. 5%? При нанесении критического удара вы призываете... Вот это мне надо. Да, хорошо, довольно-таки. Берем. Чтобы открыть инвентарь. Вас на паузу не ставится игра, когда я инвентарь открываю? Нет. Это хорошо. Я могу ваш инвентарь смотреть. Вау. Зачем? Это моя женская Пока сумочка. Пошится у вас в сумке, да. Не надо, это моя сумочка. Ты знаешь, как я в Обливине можно подложить, короче, яблоко отравленное, его съедят и умрут. И Fallout New Vegas можно динамит подложить. И тогда Илья Мэтисон что скажет? Не знаю. Он спит сейчас. Mm. Убили? Блять. Восстановить друга. Победите мини-босса, чтобы возродить. А как? Опа, деньги пришли. Вот он, мини-босс, ты готов? После стрима мы это поделим на троих, на меня, на Ти-Джоя и на мини-Ти-Джи. Побыть на стриме подольше, но завтра вообще. Не, я согласен, в принципе. Надо собирать вещи. Хорошего стрима. Лучший в мире стример. Так, ну пошли к боссу. Про три я не шутил. Через боссу шли, туда. А может и раньше. Вообще, я шутки не понимаю, если честно. Поэтому спасибо огромное. Джиггерника. Пошли. Джиггерника. Спасибо большое. Ну так, все, две погнали. Минуты отдохнули. Следующий давай. Походим. 7 пушапов, 8 пулапов. Прямо сейчас? Хорошо. Ебать. Раз. Курица, курица! Направо, налево. Я вторую курицу тоже съем, потому что я в тебя не верю. Нифига себе! Вот так и играй с друзьями. Максим Свиридов, отходи. Отхожу. Отходим, восклицательный меня... знак. Смотрим на восклицательный знак над башкой босса. Понял. Хорош! Максим! Еще подходик! Давай, ебашу! Еще подходик! Давай, Максим, ты сможешь! Давай, бомба! Все, он почти умер, нубяра сраная. Learn to play! Макс! Ты сможешь, давай, я не страхую. Я умер, Макс. Я умер. А я не за босса играл. Дальше двигаемся по сюжету. Пятерочка, так, мясо по 400 Дикейн, рублей. Дикейн озвучивает вот это. А, наконец-то, помогите. У меня на кризисе, что я по-своему буду. Какой помогите? Ладно. А? А почему тебя на русском? А что ты русский не поставишь на месте русского? А тут есть русский язык? Да. Да, 1 000 000 рублей, и мы меняем язык на английский. Hello, guys. Приберитесь тут. Прибираемся. Ладно, не меняй язык. Скажи вот английский. Мне нравится, как ты будешь придумывать, давай. Хорошо, что вы прибыли сюда. А? Давай, импровизируй, сам придумывай там, что он говорит. Хорошо, что вы сюда прибыли. Я думал, что это моя последняя распродажа. Меня зовут Орлан. Владелец и... оператор? Номер один магазина в... главных мирах. Когда, как я всегда говорю, если у тебя чего-то нету, оно тебе и не надо. Я могу... Орлан! Я не могу, как Орлан почти. Извините. Я вижу, что у тебя сложная дорога впереди. Осмотрись, у тебя карманы выглядят немного набитыми. Контроллер лежит отключен. Нет никакого смысла. Золото в своих карманах. Ой, мне плохо стало.
Я вентилятор включу, это невыносимо просто. Ой, мне плохо, подождите. Ой, Орлан. Ой. Че это такое? Ваши атаки, ваши эффекты яда имеют шанс поразить молнией, когда она наносит урон. У меня пассивка на яд. 2%? Бери, бери. Стоп. А это что? Пирог! Я не забрал? Это что такое? Блин, это, наверное, надо бы на. У меня плохо стало в груди, не могу дышать. Я обосрался. Так, вы получаете 15 доспехов. Победен врагом, вы получаете один доспех. Доспех это, видимо, ну, расходная штука, да? Да, я возьму это себе. Я потом... Сука такая. А я на КП. А я не стал пиздить специально. Кто пирог купил? Окей. Поговорим с Орланом. Окей, пулап. Давай, Дикинь, дальше. Устройте этим ракнидом взбучку. От меня. Окей. Окей. Все что ли? У него там корень мандрагоры есть, смотрите. Кто? Манда у него. Из... Так, тише. Ага. Спасибо большое за донат, Манда. Неизвестная. Приходите еще. Никогда не знаешь, когда то, что нужно, появится в продаже. Бля, ты что, мой стрим открыл? Нет, я язык поменял. А, нет, поставь английский, в этом смысл был. А там есть украинский? Не знаю. Если есть, поставь его. Тише, тише, я делаю Dragon Lord. На украинский, кстати. Да. Сам Акит. Ну и все? Это весь нет. Левел? Нету? Не, нет. Английский, да, английский. Ой! Последняя жизнь! Последняя жизнь! Взрывы. Вокзалы. Жилые. Массивы. Подождите, что там? Камень точности, камень ловкости. Это, наверное, на крит. Давайте посмотрим, да, что у нас вообще по статам есть в этой игре. Левый? Урон от навыка, критический удар, скорость. Наверное, это скорость, да, зеленый. Крит это точная скорость, это. Давайте критический удар возьмем. Гвоздь, Рома. Ты че красный светишься? Так у меня. Я берсерк. А, пошли. Ну я говорю Хускар из Доты. Кто понял, тот, извините меня, get alive. Ай! Чего меня убили! Там? Меня убили! Нормально. Так это не запрограммированная игрой, чтобы я умирал, я разработчику писал. А на тебя не выпало камня. Нифига себе, 4%, кстати. Довольно много. Здесь тут нет никаких понятий грязного, чистого крита. Кто грязный? Максим Свиридов помылся перед стримом. Выбор навыка. Я, кстати, тоже. Подожди. Дикин, вонючечка. Мы были в одной ванне? Дикин, вонючечка? Что? Бля, Дикин, помойся. После стрима. Это что такое? Так, ледяная стена, магические заряды. Я это пропускаю. Да, у тебя ничего не будет. Well, actually, это называется общий плоский крит. В драконике это назывался чистый крит. Так, это Стас волшебный... написал. Ну, конечно, кто же как еще? Как будто это Стас написал. Ой. Магические заряды хочу. Ой, нуб, надо было верхний брать. О, это у меня такая атака рыцаря. Не сказал бы, что очень крутая. Привет, твой деспрепер. А, то есть вы теперь босса должны убить, да? Спойлер. Вылечить и возродить павших рыцарей. Либо мы можем зарядиться энергией и завить на Максима Свиридова. Все равно нубас полный. Ты офигел! Да ладно, пошли рейс на нашего браточка, кто меня страховать будет. А, тут даже драки не будет. Чё? Нет, нет, ну куда вы? Вообще ненормальные, что ли? Ну что это такое? Мне 7 хп надо восстановить, срочно пишем на фонтан. Ничего, нормально, мне и столько хватит. Я просто не успеваю иногда. Вот, успел. Кто успел, тот и съел. А чё это за аура ауешная? Это ваша? Это моя, у меня когда скилл заряжается. Я всё думал, что это мобы делают. Не-не-не-не, успокойся. Ладно. Ну, лады?
Где твой ХП, блядь? Ты опять, блядь, перекаты нажимать будешь? Да я нажимаю перекаты, я виноват, что я прямо в мопчика. У меня нет геймпада. Суть в том, что когда у врага над головой восклицательный знак, ты нажимаешь кнопку перекат. Давай, Мидас, спасибо, что заскочил. О, хилочка. Блять, это босс. Это Максиму Свиридову оставляем. Но мне некуда это делать. Придется. А, погодите, это не босс. Ой, спасибо, спасибо. Да нет, погнали. За сына и за дочь, спасибо. Финальный? Ебать, это тот самый из трейлера игры. Это же крипочек из Лола, который... Оооо, мама! Пряха разложения с Риксоса. Доджет! Не доджет! Не доджет! Блять. Опа! Опа! Куда, куда, куда? Блять, я умер. Ай! Блять, кто бы нахуй сомневался? Сыри, коза. Блять, я умер. Да тут не видно восклицательные знаки. Да сейчас тоже умру. Все останется на Дикейне. Зачем мы можем его выиграть, как будто? А, я могу играть? А, я не босс. Бля, все, меня ёбнуло. Ну чё ты перекаты не жал? Дикейн, я не верю в тебя, извини. Не, верю, блин, давай на одном хп, братишка. Нормальный такой босс, кстати. Ебать, Дикейн. Максим, нужна песня Бритни Спирс. Hit me, бабу, ваму, тамо. Или как другая песня Бритни Спирс? Все, помолчи, помолчи. Ебануться, Дикейн! О, и победная! Парни! Дикейн просто ёбнутый! Охуеть! Нифига себе! Так, делим, делим! Все мне, все мне, все мне! Вау! Соло затащил, соло затащил! Ебать, Дикейн очень хорош, правда, реально, очень круто! Молодец! Мне очень нравится то, что Максим вообще полный нубас, а Дикейн ёбрь ёбнутый! Типа, баланс соблюден. А ты? Ну это я Дикейн. Давай ну, помолчим просто. Он опять уходит, не успели его убить. Не, реально красавчик, молодец, на одном хп ебать. Да что у меня контроллер-то отключается постоянно? Сука. Час стрима прошел без успеха. Сейчас, подождите, по-моему... Возможно, я ошибаюсь, но в этом наколзе... Возможно. А где? Отпусти Наклса! Подожди. Что за хуйня? Так, я сейчас чит-инжу накручу. Что за хуйня? Что за хуйня? Блять, в Наклсе, по-моему, должен был быть это... Провод. Да что за хуйня, блять, а где? Ну ладно, в Наклс пока постоит в сторонке, сейчас, друзья, разберемся. Ну, пока что это... Ну, по рассказу. Дуэль.
По-моему, в этом Сонике. Угу. О мой бог! Я нашел провод. Так. В Сонике хранится провод от геймпада. Записали. Тихо, тихо, тихо. Соник бережно охранял его. А хули они перестали знать, что в Амогусе хранится? Тебе лучше не знать. Ты... Ты... Ну чё, я бы сказал, но не могу, на Твиче за это банит, понял? Ты нахрен сдох, нахрен так быстро на боссе. Придурок полный. Перекатываться не умеешь. Да я не понимаю как. Да я не... Я слишком поздно перекатываюсь. Да что нормально, брат. Да не нормально, скилл ищу. Мой скилл ищу передался Дикейн за то. Это не так говорится, но и ладно. Hit me, маму, бабу. Погнали. Это было hit me, бабу, ваму, таму. Бля, охуеть. Убили первого босса, первой главы, с первой попытки. В скобочках Дикейн, крут. Самый ценный игрок. Чего? What? Ну заслуженно. Верки уклонился от большинства. What? Почему не Дикейн? О, я самый сытный. Там, наверное, контроллер отключен, блядь. Другой этот ворот работает. Ой, побили. Чего? Что это такое было? Нажимать кнопку. Button masher, я не знаю. А. Смерть ноль. Я танк. Прикольно. Ну, кстати, по статистике не знаю, нормально все. Бедно, ожрался. Солнце, планета следующая. Красивая игра. Эй, музыка так. Прикольная. Как отменить скилл? Перекат. Как отменить? Пошлите. Перекатись. У меня скилл заряжен. Фу, да. Фу. Wait all player. Ну, визуал у нее точно пиздатый. Ой, блядь. Добить! Доиграется. Против. Добить выживших! Ну, играется норм пока. Ой, в слоумо ракеточка. Да-да-да-да. Hit me, маму, бабу, таму. Всего 5 прибавляет. Блин. Не буду качать. Первый удар оружием. Ваш первый удар оружием тоже, да. Возьму. А, подожди, ты же смотришь, как я выбираю, блядь. Да, я смотрю. Sorry, это sorry. Все видят. Hit me, маму, баму, таму. Что такое доп. Ошеломление? Типа, станет будет жестко? Да, это стан. Эпическое. Или прокачать скипетр. Ну, скипетр такой, наверное. Я не знаю. Нет. Вот это, кстати, неплохо звучит, вроде. Вот это неплохо звучит. Ладно. Что нравится, то и бери, Максим Свиридов. Да я смотрю. Свиридов. Свиридов. Мне вообще не так пишется фамилия. Погнали? Погнали. Let's go, baby. Кто это? Максим Свиридов, это твой персонаж. Да, это твой. Ну что ж, Эспер в самом деле призвал тебя. Ты тоже на английском? Да. Да, ты тоже на... Поставь русский, блядь. Я ожидал от него... Придурки. Что такое Перриш? Что он сдохнет от старости до того, как сделает ход. Угу. До того, как что-нибудь предпримет. Это... Я впервые вижу рыцаря Эмбера. Защитника Нексуса. Это должно быть шутка. Сопляк типа тебя... Сопля должна... Не сопля. Ведь ветерочек сду. Чих, чих. Унесет тебя. О-о-о. Ой, блядь. Dark Souls рыцарь. Это. Да почему у меня геймпад ебаный отключается? Ну хватит. Так, играем. Все нормально, играем.
все спокойно. Может быть, это того не стоит? Но я дам вам поиграть с чем-то. Угу. Это только маленькая часть моей силы. Попытайтесь быстро не сломаться. Ну, достойно, молодцы. Переводите так нормально. Школьники. Опа, что за сверки? А это... Это бессмертие. Хит ми маму, даму, паму. Что мне хитнуло? Найс, найс. Так, делим, да? Но я ничего не беру, потому что я все спиздил в прошлый раз. Скилл дамэдж. Давай ты здоровье возьми. Не, возьми ты хп, у тебя 50 всего лишь. Бум! Мист! Бум, бич, get out the way. Чё за рок? Что это такое? О, так. Отнесите это Эсперу, чтобы он определил, что это такое. Опа, предметы какие-то. А это... я понял, почему я баф не получил. Это, наверное, анлок какой-то. Там еще ваза. Блять, у меня 5 хп нет. Деньги? Дребе деньги. Он сейчас пропадет. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто пропадет? Куда? Ой, блять! Меня заморозили! Блин, походу вот эта штука на первый удар огненный, ничего так. Прям чистый мобов. Блять. Опа, я даже урон не получил. Сказка. Кого натягивать очень просто? Лут. Яблоко. Ебать, эти ой-ой-ой. Штучки взрываются. Хейт ми, бабу. Смотрите, мертвый чел лежит. А мы в золотали. Я с него яблоко подобрал. Да. Слева проход. Все нет? Мы знаем, слева если мертвый человек слева лежит чел. На земле, в нем погодите, есть яблоко. Справа можно сломать? А справа Эспер. А вообще, зачем нужна Эспер? У нас вроде достаточно, у нас еще и скин. Ну, да. Эспер это, наверное, ну, для мета-прокачки. Может, это для меты прогрессии? Да, надо мета-прогрессию фармить, это же мета-игра. О, мини-босс. Блять. Ой. Походу, все-таки попали шарики. Ой, идеально. Круто. Ой, да. Еще одна арфа. Ну, в Mortal Kombat в конце игры там тоже так же мужик кричал. Так, камень власти давал урон, а камень энергии что дают? Пойди за хп. Давайте хп на него. Давайте хпшку. Ой, да. И что? В Mortal Kombat так же было. Ты будешь играть в Mortal Kombat? Нет. Я в Tekken хочу. Это мой первый донат, и опа. Мама мия. Здорово, чел, спасибо огромное за донат. Нет, я в Баратравму не играл. Стат-селектор? Она вроде супер кооперативная, надо разбираться долго в ней не хочу. Че, скилл берем? Давайте скилл возьмем. Зачем? Скилл? У нас так два навыка есть. А, у тебя один. Да похуй, пошли выбор статистики. Выбор статистики, что это вообще значит? Наверное, прокачка характеристик. Это стат-селектор. Да блять. Мист? Hit or miss. Ах, сука, I guess they never miss. Ха. You've got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Муа. He will find another girl and he won't miss ya. Опа. Мне так нравится твой друг, который разговаривает чаще тебя. Я согласен, Илья Мэдисон, он охуенный. Ты про Дикейна, да? Так, ага. Так, увеличить руна 3, увеличить шанс критического удара. Я крит качаю. Спасибо, Илья Мэдисон, за 100 рублей огромные. Будь здоров. На это у меня я спину потянул. Там недолго, часов есть геймплей. О, нифига себе. Это про баротравму? Скорость надо нам. Смотрите, какой быстрый. Побыстрее, дети.
мини-босс. Кто оставляет деньги? Кто деньги оставляет, а? Так, ну... Да. Погнали, погнали. В Баратраме 100 плюс часов геймплея. Я смотрю дольше Ромера. Да, друзья, соревнуйтесь, это потом будет иметь последствия. Благоприятно. Снеговик 2-0. Королевский фланг! О, курица. Я спиздил. Ох, нифига себе. Я спиздил. Ты спиздил? Да. Хорош. Снеговик горит! Сейчас растает, значит. Лавина, лавина, такой лавина. Да. Довольно неповоротливый. Разъебали, парни, 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 парни! Это мы и сделали! Да. Макс, кушай. Курица, курица. Хадукен! Для Максима Свиридова курица. Макс, кушай. Какой хадукен? Почему ты бомбу кидаешь, когда босс-файт закончился? Ну это как в Лоле, вначале же флешиваются все. Чё это? О, чё это здесь? Мне надо. А это что такое? Blade Disc. Опа, а вот это мне надо. Тебе купить? А, ладно. Я куплю, у меня много денег. Arcane Bolts. А чё у тебя за второй скилл? А можно два одинаковых? Чекрам. Не знаю. Наверное, не стакаются. Уже добавлены к снаряжению. Не, нельзя. Ой, деньги проебал. Никто не хочет взять? Что... Стоп, а его можно? Есть. Ай, только два можно. Не, а не, нельзя давай. Свой выкинуть? Ой. Я не знаю. Деньги, деньги, дреби деньги. Походу нельзя снять просто так. Я хочу оформить возврат покупки, Орлан. А разобрать нельзя? Мой сын купил не тот товар. Ой, что ты злишься? А что ты злишься? Сынок, блядь. Дикейн. Мы оставили на полу магазина что-то. Угу, тебе это не касается. А что нам сделать? Мы продать не можем, да? Ну все, погнали. Я думаю, просто так напомнил на всякий случай. Хорошо. А. Какой, типа, знаете, quality of life. Вежливо. Кто его станет? Я. Кто тебя спрашивал? Я отвлекся, отвлекся на секундочку. Там под мобами какая-то серая шкала появляется. Отнесите это эсперы, чтобы она определила, что это такое. А вдруг ты сдохнешь? У тебя 16 хп, надо было дикейна устроить, либо мне. Ай-яй-яй, тише. Вот и балда. Ну хотя я думаю, эспер, наверное, будет после босс-файтов, так что все нормально, мы тебя резнем. Блин, какие пиздатые рыцари Dark Souls. Я не вижу себя. Да. Теряться довольно легко. Впрочем, как в принципе. Блять, блять, блять. Пиздит. Рояль флэш. Нам сюда нужно. Давай сюда, наверное. Хотя... Ну, сейчас... Но сейчас это мало, комната. Сейчас комната эта, и там будет босс. А что это черепок вот тут, видите? Ну, типа сложная комната, взялся. Наверное. Ну, ну нафиг. Высосали, высосали добро. Там, там сундук, видите? Удачи его раскопать. Не видят, слепые. Опа, осторожно, буря. Буря мизантропа. Геймики, геймики. Скорость или сила? Да, я видел это из Вайдига. Дикейн, возьми. Возьми, Дикейн, Дикейн. Ням. А, сила, сила, конечно, сила. Это хп. Я поверил, ну, Максиму Свиридову. Большая сила. Сила в хп, сила в хп. Ой, какую-то пасту отправили. Максим, прочитай пасту, пока мы деремся. Не могу. Чего это? Я тоже делаю любое. Грызи, сыс. Ням! Кто сел?
Ням. Тут не взял, да? Почему так, мистер Тич? Давай, ты, давай. Почему, мистер Тич? Во имя чего? Зачем вы встаете и продолжаете драться? Вы верите в какую-то мессию или вам страшно признать поражение? В чем же миссия? Желание, гордость или вы боретесь за сам факт победы? Иллюзии, мистер Тич. Причуды восприятия. Рубкие доводы людей, пытающихся оправдать свое существование. Но они, мистер Тич, как и Маскарп, столь же искусственны. Мистер Тич, пора это увидеть и понять. Вы не можете победить. Продолжать борьбу бессмысленно. Почему, мистер Тич? Почему вы упорствуете? Не без минусов. Помолчи. Но добавьте плюсов. Так, волшебник заколдовал дверь. Сейчас будет басяра. Готовы? Откуда яблоки у меня дома? На дерево выросли. Я ненавижу яблоки. Ибо... На дерево. Красивый. Ледяной деспот. Такой крутой. Лорд Брумач. Опа. Он застрелился? Хризантема. Да? Почему? Из-за чего? Стенку ударился. А может и я его стенку заставил. Или в ледяную глыбу свою? А, кстати, ой. Такую выставил бы. Блядь. Где он? Опять сверху? Опа. Словил. Мак! Ауч. Блин, ебать, конечно, у нас хита по 20 ебашек. Уф! Это лайтовая атака. Просто сквозь эти штуки кувыркайтесь и все. Атака лайтовая, но больно бьет. У него все больно бьет. Не, походу стан на него не работает. Только когда он там сам как-то въебывается. Там у нас еще есть это... Ух, ебать! На одном хп! Тут, наверное, какая-то защита от ваншота может быть даже. Поэтому один хп остается. А, туда, кстати. Не одно хп сейчас. Где yes. Он? Уф. Еба. Добиваем. На! Все выжили! Красавчики. Мои герои маленькие. Так. Ну сейчас поделим, да? Поделим. Я одну на крит возьму. А, это хп. Урон от навыка. Кто пользуется навыками чаще всего? Не знаю. Я возьму. Я возьму тогда мой спид, у меня вообще спида не было. Я возьму дэмэдж и урон плюс один. Макс хп. Привет, мембер Ай. Мы молодцы. Друзья, если вам нравится то, что вы видите прямо сейчас на экране, и вы хотите поддержать этих героев, тогда отсылайте донат по ссылочке donation.alert/tjoy. И мы вложим эти деньги, вкладем, засунем в улучшение контента. Мне дали ачивку прятки. Блин, новые ачивки в стиме так странно отображаются. Там снеговичок был за колонной, я его сломал. Пыль Эмбер. Теперь вашему рыцарю доступен новый цвет, в который может облачиться в Нексусе. Особенная пыль для разблокировки нового костюма. Это что? Плащ? Вот здесь вот, короче, за колонной снеговичок был. Секретка была? Да. Какая-то мне достижение тоже дали. Ну, не настолько нравится. Понимаю. Есть над чем работать. Сюда, дети! Максим! Сюда, дети! Ебать, Макс! Поднялся. А опа! Много собрал. Скилл мастер. Ой! Негативная медалька, одна негативная, но ничего. Ни хрена у тебя урона реально.
Это с чего ты? Чего? С бомбы, почему наверное? Так много? С бомбы, наверное, из бумеранга. Не с бумеранга, с диска. У меня башка болит. Диск реально надамажил. Так, новая планета красивая. Вайтсбург! Ворону можно убить? Мне кажется, вороны не квакают. Так, погнали. Выбор реликвии. Ну нормально, мы без метапрогрессии уже. На дощечке написано тяжуй. Я тоже обратил внимание. И окей. А розыгрыш скинов вообще GKSI безопасный? Я думаю, конечно, это кейси устраивается. А чё там? Чё там небезопасного может быть? Там какие-то невероятные данные требуются. Мимик! Я открыл сундук, это мимик! И с него даже ничего не выпало, с этого мимика. Нифига себе. Так в смысле, а это разве не с него? КЗ по слышке пройти какой-то надо, я не доверяю такому. Ну, все нормально, братишка, я думаю, будет. Не переживай. Если это знакомый дядя говорит, значит, безопасно. Они же проводили турик, там тоже всякие штуки были с интеграциями и прочим. Голосования были. Я верю, Кейс, у него репутация такая, что я ему верю. При победе над отравленным врагом происходит выброс яда. Прикольно, у меня яда нас нет. Макс яд наносит. А? А будет ли это сочетаться, если у меня это будет? Я? При нанесении критического удара вы призываете заряд молнии, который наносит урон врагам. У меня крит есть. Ну давай. О, при первом использовании навыка противнику наносится дополнительный урон. Тоже прикольно, кстати. 75%. Да, довольно много возьму. Ломик. Комнаты зачищаешь. Реально ломик. Окей, о. Атака оружием также отравляет ядом. Врага. О. Тут и отравление, и взрыв отравления. Ёбаный рот. А у меня тут что было отравление? Чем мне скил. Башка болит? Надо процетамольчику выпить. У тебя стиль. Я отойду выпить процетамольчик. Понятно? Cost reduction. Всем привет. Заходит улитка в бар. А дом-то уже сгорел. Так, теперь моя очередь. А я не могу понять, у меня скилл... А, у меня просто бомба. Просто бомба. Что у меня... А что у тебя диск делает? Угу. А, вот я хочу понять, у меня вот это... Оно считается за скиллом или это просто уже отдельный предметик? Наверное, все-таки это отдельный предметик. Бомба и бумеранг — это скиллы. 4.30? А я хочу ядом херачить. Я что-то сказать хотел, забыл что. Опа, а что справа? Магия. Гем мудрости. Давайте надо камень мудрость. Энергии. Давайте камень. Нет, энергии. Мудрости, давайте мудрости. Хп. Мудрость. Ладно. Мудрость надо качать. Ну ладно, что сказать. Опа, poison. Работай, дядя. Блин, а шарики, наверное, тоже можно идеально запускать. Там что-то заряжается. Яблоко выпало. Блять. Это ловушка яблока была. Сука, почему геймпад отключается? Ловушка яблока была, я больше хп потерял, чем получил с этого яблока. Вот так вот в жизни бывает, дети. Не все то яблоко, что красное. А зеленое? Я не понимаю, что происходит на экране. Опа, донатик прилетел. Что это такое? А что это? Что это я нажал? Ой! Макс, это кто? Ну, питомец какой-то. Знаю, нет? Что вопрос такой себе, так. Ой, спасибо большое. Достал. А что это мой теперь? Кореш мой. В последнее время очень много игр. Стат-селектор или... Скилл-селектор. Давайте скилл-селектор. Да не, зачем он скилл-селектор? Санчоус, спасибо огромное. Нет, я Enter the Gungeon не стримлю. В смысле скилл? Только за миллион рублей. У нас же заняты скиллы все, не? Ой, дух исчез. Он пропал, блядь. А нахуя, если мы можем просто взять стат? Без замены. То есть мы ничего не потеряем, согласен, просто получим. Согласен. Я думаю, скилл заменять имеет смысл тогда, когда второе предложение вот вообще говно. А тут норм. Ебать, мне реально, шарики можно заряжать. Да ё-моё, как это контрить? Да ёбаный сын. Короче, надо все абилки заряжать идеальные, тогда будет круто. А, вот что это имелось в виду. Ой, блядь. Что ты прошел? А там был комментарий по поводу идеального прожатия или чего? Угу. Идеального скилла. Это я возьму.
Так, я крит. Блять, у меня хп постоянно нет. Когда мне выпадет щиток на армур? Броня на армур. А там этот маг 24 урона своим лучом дал. Мне не очень приятно было. Но у нас просто мета не прокачана, я думаю, в этом проблема. Скорость. Давай скорость. Может, у меня урона много? Ну-ка. 19. ХП все, в ХП все. Что за ХП у меня с донатами? У меня плата прошла, но он не пришел. Не, я же ответил на твой донат. Про ЭТГ. Во, видишь? Типа, идеальное применение. А как ты три раза? А у меня три заряда. А, ну с... Я еще один до этого присылал. До этого не было. Если... Ну, короче, там... Либо можешь саппорт написать, либо тебе сами вернут, скорее всего. Блять. Греб нормально так. Ауч. Да ё-моё, господи. Как луч? Как луч? А где твой челик этот красный? Он сдох. А он все, он там на время был, оказывается. Шоу! Пошли, вдруг его можно возродить. Возрождение друга, Орланчик. Так. Добро пожаловать обратно, рыцарь Эмбер. Спасибо за продолжительную поддержку. Я собираюсь расширяться на новых локациях. В следующий раз, когда вы вернетесь в Nexus, вы сможете увидеть знакомое лицо. У меня мозг завис. Куда ты скипаешь? Я случайно, да? Блять, сука. В любом случае, смотрите, что у меня в магазине. Чё это за единичку слева? Ну-ка, ну-ка. Да, тоже интересно. Покупаем. Мытная вода? Ой! Слизняк, это инскрипшн. А? Что это за слизень ворона? Походу, это усилитель на босса. Ой, этот предмет не был предназначен для продажи. Я уверен, все будет в порядке. Самое главное, это то, что вы за него заплатили. Сука. 1 рубль. Скилл дэмэдж. Что это за чего? Перчатка? Приключить. Ой, нет, стой! Сука! У меня же криты вкачаны, придурок! Ой-ой-ой-ой! Вот это очень сильно, кстати. А что у вас? А я посмотреть не могу даже. Ладно. Ой, господи, жадина говядина. Не ломайте ему. Сумки, погнали, погнали. Коробки. Опа, плюс 5 брони. Блять, охуеть, за идеальные навыки плюс 5 брони, это очень стронг. Да пипец, блять, что происходит? Я и хотел изначально сказать. Не надо, не надо. Тихо, тихо, не акцентируем внимание на этом. У тебя два мини-босса. Литки. Этот черди довольно неплохой. Угу. Его тоже можно заряжать? Какие, да, да. Какие у них здесь противные атаки? Блять, охуенная штука на броню. Вот бы ее качнуть, чтобы больше 15 брони было. Блять, всегда мимик, что ли? Кто его знает? Окей. Он меня ударил по хп или нет, вы видели? Да, у тебя щит сбросился. Щит сбросился, да, но мне просто было интересно, это прошло по хп или сперва щит теряется, а потом уже урон в хп? Не, щит, походу. И что из него выпало? Пустота? Круто. Может, нам просто так не повезло, либо повезло, потому что два раза мимик. Ну это, знаете, это как открыть легендарный сундук. Ой, блядь, что, мне с боссом соло? Удачи. Да, удачи. И хилок даже не дали. Ну, мини-босс это не так. Геральт из Ривии! Вон хилка. А он сам как видит. Бля, какие яблоки? Почему яблоки? Ебать, это нормально вообще? У вас какие-то легкие были. Ой, еще одно яблоко. Я на боссе сражался вообще. Ну ты был крут. Это 100%. Я просто крут.
Блять, ими надо направлять, а не просто стрелять. Сука. Я его еле дамажу, охуеть! Я только сейчас это заметил. Наверное, хп как за троих скейлится. Maybe, кстати. У тебя щиты есть, нормально. Если у него атаки не поменяется, то круто. Я его убью. Чара. Нормально, щит. Щит имба. Да, вообще. Чё-то новое было, не? Да-да-да. Блядь. Не надо. Chainsaw Man. Как бы не застакались атаки так, что их не задолжить. Ай. Эта хуйня станет. Нифига себе. Я его не знаю. Нормально. Не страшно. Это неприятно. Иди нахуй. Не буду пока шарики тратить, застакаю до трех. Вдруг щит придется восстанавливать. Да иди нахуй! Инстантная атака, блять, под ногами. Да иди нахуй! Все, я сконцентрирован. Пипец. Ё-моё! Мини-босс ДФТФ. Есть еще порох в пороховницах. Я еще не такой старый. Ура, погнали. У тебя от по осени. Ебать, я думал, подхилит. Урона у них? Да.
волки эти рукой сделают. Сосать плюс лежать. Next. Кто следующий? Кто следующий? Привет, сэр, дурак. Ебать, бумеранг прикольный, кстати. Это у кого? Максима, да? Угу. Он рикошетит противник. Ну да, я про это говорю, что он прикольный. О, меня убили. Да. Сквозь броню пробивают, к сожалению. Поворачивайся. О, это что такое? Это что такое? Тебе ночь. Привет, не крайм. Опа! Не, Санчос, мне не пришло, если ты про еще один донат. Напиши в поддержку Donation Alerts. Броня была бы гигаброк, если бы не пробивали через нее, да? Сраный мопчик. Хорош, Макс. Так, и что дальше мне делать? Стат селектор. А ты кнопки зажимаешь навыков или нет? В смысле навыков? Да, зажимаю. Ну, для идеальных, да? Так, что здесь у нас? О, там курица, курица слева, еда, 100%, сломаешь, подхилится. Найс, 10 хп. Ну, у него есть эта механика сохранения. Есть ли она, потому что меня пробили сквозь броню и убили нахуй, у меня было 3 хп. Может, да, блядь, дай крит, сука! Ну ничего, нормально. Я думаю, мы далеко дошли с первого захода. Ну да, прям неплохо было. Ох, нифига себе анимация смерти здесь. Игра же на мета-прокачку вроде. А, на мету? То есть это как в Shadow Warrior. О, а что это за... Это же орбики, которые мы... Это что мы собирали, да. Так, если мы нажмем играть еще раз... А мне не было клавиш. Макс, руины пиздец. Согласен, Дикаприо. Так. Я дед! Соединение с древом Эмбера, стабилизация. Мне кажется, он просто шизик старый. Так, получите 5 макс здоровья. А что слева? Что справа? Что справа? Чего? Нет. Мне кажется, тут после каждого... Нет. По-любому каждый сам себе качает. Дед тоже мудреет! Ожидаем первый этот. А почему мы деда качаем? Он же с нами не играет. Я чувствую возвращение силы. Спасибо вам, рыцарь. Полагаю, должен вам кое-что объяснить. Когда Праксис атаковал древо Эмбера, Нексус, он атаковал саму суть вселенной. Безумие, я так и знал, я знал, что он вернется. Эта мысль не покидала меня с того самого момента, как он исчез 1000 лет назад. Нексус стабилизировался, но мне страшно и подумать, что Праксис собирается делать. Вы должны отправиться за ним и остановить, пока еще не слишком поздно. Опа, лук! Лук здесь тут. Ой-ой-ой, Хейдис! Чего? Стоп. Использовать дерево. Давайте качаться. А мы сколько собрали? Так, вы наносите 8 дополнительного урона врагам, типа не босс. О, это же отсылка на какую-то игру, которую я не знаю. Что такое обновить? А, реально, а как? Игрик? Нет. Как свапать? Тут... Я не понимаю, о чем вы. Вы излечиваете здоровье после прохождения комнаты с врагами. Покупаем. Я вот это выберу. Получите 6 макс здоровья после поражения мини-босса или босса. Блин, прикольные навыки. И что лучше? Вы получаете 8 доп. Урона к мини-боссам и боссам. Приобретите еще одно улучшение, чтобы разблокировать. А могу качнуть? Below это же ниже, да, переводится? Поставь русский. Не буду! Шизик. Да, below. Я, короче, теперь базаркер. Я берсер. Получите 5 доп золота за каждую комнату до первой покупки в магазине. Растение, внимание, растение появилось у нас новое. Как назовем? Что такое «Входи в мир»? А, типа за каждую локацию, наверное, деньги будет давать. Чего? Почему тебя так много? Не понял. А тут еще есть страница? Да.
на пробел можно открывать другие. Ну все, я все потратил. Не сказать, что прям пиздец какие-то жесткие улучшения я получил, но реген, наверное, по 5 за комнату, это сильно. А вот хп много стакать, значит. О, Орлан тут тусит. Получаешь 20% бонуса урона, когда ты меньше 25% здоровья. А это только к первому скиллу, да, там есть вот эта штука?